Театра. Нашим главным действующим лицам. Итак, исполнители главных ролей. Илона Гришаева, Александр Олешко. Исполнители других ролей в нашем фильме. Андрей Федорцов, Анна Чурина. Так, тебя не видно. Сергей Покадаев и Юлия Гришина. Автор сценария, тоже очень скромный человек, но его видно, Тихон Корнев. Он, между прочим, еще тоже артист, он сыграл в эпизоде. Да, эпизодический артист. И Михаил Павлик тоже представляет здесь актерскую гвардию нашего фильма. Должен быть еще, да, Юра Никулин, Дима Широкоис и Дмитрий Нагиев, но мы, к сожалению, не видим, видимо, они по каким-то причинам не приехали. Мы продюсеры Сарик Димон Андреасян и Георгий Малков. Передаю тут микрофон Саше, он у него уже в руках, поэтому... Добрый вечер, дорогие друзья. Нам очень приятно ваше внимание. Прежде чем я скажу краткую речь перед тем, как вы посмотрите фильм, я хочу сказать, что если бы не Нонна Гришаева, очень много любовных линий не состоялось бы в этом фильме вообще в принципе, потому что мы были все ею восторжены, взволнованы, преклонялись перед ее красотой и талантом, поэтому я от себя лично дарю ей ее любимые тюльпаны. Вот. И я не знаю, как она там меня любила, я ее любил изо всех сил, все съемочные дни. Вот. И могу вам сказать, что это большое счастье любить красивую, молодую, талантливую женщину. Собственно, наш фильм о любви, и компания NJ Movies уже не первый раз специализируется именно на фильмах о любви, фильмах добрых, которые созданы для людей, которые уходят к людям, их разрывают уже на цитаты. И нам очень хочется, чтобы этот фильм «Мужчина с гарантией» вам от души понравился. Во всяком случае, я, как тот самый мужчина с гарантией, вам гарантирую, что вы не будете обмануты, вы не будете плеваться после того, как будете выходить из зрительного зала. И происходит на голливудских фильмах? Последние 20 лет все ищут российского нового героя, мужчину. Кто-то формулирует его как какого-то качка, кто-то говорит, это должен быть принц на белом коне, кто-то говорит о том, что это... Я не знаю, как там, мужчина-герой, принц и все это остальное. Я знаю точно, что в нашем кино появился мужчина с гарантией. И это я. Но не было бы меня, если бы не было этой большой команды, и самое главное, не было бы девушки, которая сейчас стоит скромно с цветами, а вы ее мечтаете все обнимать, целовать, на нее смотреть. Сегодня вы нас увидите совершенно в другом качестве. Нам это тоже очень дорого. Больше мне нечего сказать, все остальное мы сказали на экране. Мы вам от души желаем приятного просмотра. И я передаю микрофон моим друзьям и коллегам, которые тоже с любовью делали все возможное для того, чтобы этот фильм состоялся. Спасибо, что пришли. Особенно друзья, которых мы пригласили. Спасибо большое, что нашли время и пришли. Для нас это очень дорого. Прежде всего, вы не знаете, а ведь мы с Сашей довольно много снимаемся, уже много лет, и у меня более 30 картин, у Саши, наверное, еще больше, но это наш первый полный метр, в котором мы играем главную роль. Вот так сложилось. Поэтому для нас это очень дорого и ответственно. Поэтому большое спасибо продюсерам за доверие, оказанное Гришаеву и Олешко, этому сложившемуся тандему. Спасибо огромное. И к сожалению, наш режиссер застрял в пробке, но не могу не сказать ему спасибо, потому что у этого человека, мне кажется, очень большое будущее. Он обладает невероятными качествами, он так умеет работать с артистами. И еще спасибо всем, всей съемочной группе. Съемки были довольно тяжелые, ночами. Спасибо гримерам, всем костюмерам, всем. Огромное спасибо за поддержку. Вот. Пошел в пианистский лагерь, еще пианистский лагерь был, я был меньше всех. И первое, что у меня были вот такие уши, да, и ребята говорят, ушастик, я взял булыжник и в лоб. На второй день они сказали, муравей, я взял и догнал, и опять в лоб.
больше после этого мне никогда никакие не обзывали. Жестоко. Да. А когда, знаете, вот в 70-х годах в круг большой становились и танцевали под Абу Бонни, меня пригласила самая высокая девушка. И когда эти парни сказали, подойди сюда. А почему вот она тебя выбрала? Я говорю, а потому что я самый маленький. Ну, вот в этом логика есть. А ваша любимая женщина от какого? Выше? Ну да, давно. У матросов нет вопросов? Нет, вопрос есть. Либо он дурак, либо он очень умный. Добрых. И вот мы начинаем, собственно говоря, эту череду таких приятных сюрпризов для зрителей. Это очень важно, чтобы зритель после фильма захотел взлететь, петь, танцевать, любить, звонить, признаваться в любви. Понимаете, мы все уже освоили, все, что касается крови, ментов, артхауса. Мы любим ковыряться в кишках. Значит, вот мы все в России на пятерку это делаем. Теперь нужно вернуться к фильмам сказкам, которые бы нас на пятерку вытягивали бы из трясины, помогали жить. Скажите, пожалуйста, что-то сказать, нам нужно сегментировать. Ну, знаете, этого написанного персонажа мне нужно было насытить собой, своими собственными качествами. Это часто бывает сложно, потому что надо быть правдивым и вне эксцентричного образа, для того, чтобы зритель видел не артиста, там большой разницы, или телевизионного ведущего, или ярко-характерную какую-то историю, а просто человека. Сейчас очень сложно быть просто человеком. Но мне кажется, там все это удалось.